Чулкончиков воняет. Oh, man.
подтягиваться? Да. Только вдвоем поедем. Мне на ногу. Блядь. О, вот так. Что-то по-черному вообще тяжело. За тобой ты медленно, я не могу, мне надо сильнее тормозить. Поперек стою и ноги сильно устают. Один раз осталось, сейчас там съедем, я себе одену, ты поедешь, я буду тебя снимать. Ты скатись пониже, я сверху буду, лучше сверху, снизу меня снимай, а я же быстро уеду. А тогда не будем, я тебя что сниму, как ты просто мимо проедешь. Ну почему, как сверху еду, да и все, тогда мы... Ну ладно, снимем. Вот где вот начинается вот это вот сверху, ну первая ступенька, вторая ступенька там, пару ступенек. Короче, нет? Смотри как будет. Я потом съеду, ну потом договорим. Сейчас ты смотри, где тебе лучше, чтобы вот сейчас. Не, вот ступенька, видишь, начинается ступенька, вот сверху стоит, да и все, первая ступенька встал, вторая. Там их три ступеньки всего-то. А, то есть мы будем так, я с тебя снимаю, ты проехал. Потом ты поехал. Ты остановился, я проехал. Но. Потом я тебя снимаю, ты проехал. Все правильно. Только ты близко ко мне не подъезжай, потому что, ну как близко. Нахуя это надо? Камнями разбивать это все. В чем прикол на жопе? Я в спортмастере был, там шлемы по 1300 рублей продаются. В принципе, это так не дешево. Шлем вот удобно, чем? Во-первых, он защищает, а во-вторых, в нем не дует. Ну. Он как не шапка, а это, он удобный. А зачем они с такой ездой сюда приезжают? Я не знаю. Чем прикольно?